Улица Истикляль получила свое название в 20-х годах прошлого века, после образования Турецкой республики. Истикляль в переводе с турецкого означает «независимость». Сама улица существовала здесь и раньше. Во времена Османской империи она называлась Кадде-и-Кебир – «Большая улица». В конце 19 века название изменили на французский лад – «Grand Rue de Pera». В то время любовь турков ко всему французскому наполняла улицу до краев. Именно на Истикляль на рубеже 19-20 веков открывались самые респектабельные современные магазины города – величественные пассажи, построенные по мотивам французских и итальянских магазинов. Здесь было место общения стамбульского высшего света. Неподалеку располагался лучший отель города – Pera Palas, где останавливались европейские знаменитости. Не случайно именно эта улица, так напоминавшая европейские, стала в 20-х годах прошлого века центром притяжения русской эмиграции в Стамбуле. Улица Истикляль всегда ассоциировалась у горожан с техническим прогрессом. Ультрасовременный стамбульский транспорт 19 века, подземный фуникулер, поднимал почтенную публику от берега Золотого Рога на вершину Галатского холма, где начиналась будущая улица Истикляль, Grand Rue de Pera. Здесь же была проложена первая линия городского трамвая. В наши дни улица Истикляль – одна из самых знаменитых и оживленных улиц Стамбула. В год ее посещают более 3 миллионов человек, большинство из которых – туристы.